В этом видео я хочу вам рассказать о своем предстоящем мастер-классе «Очищение для исцеления». Задача этого мастер-класса – разобраться в вопросах очищения и научиться пользоваться подходящими вам инструментами для исцеления, либо на постоянной основе, либо в качестве временных очищающих программ. Важно понимать, что очищение с помощью Medical Medium инструментов – это очищение, которое основано не на голодании, не на ограничениях, а на физиологических потребностях и внутренних ритмах работы нашего организма с поддержкой всех его систем. Многие из вас имеют сложные симптомы, возможно, так называемые неизлечимые болезни. И прошли уже множество специалистов, перепробовали множество подходов и методик, но ничего не изменилось, а может быть стало даже хуже. Я очень хочу донести до вас важную мысль. Даже если у вас серьезная болезнь и вам кажется, что уже невозможно что-то изменить, у вас есть шанс на выздоровление. Вам может быть лучше. В организм каждого из нас встроена чудесная функция самовосстановления и самоисцеления. Наш организм запрограммирован на выживание. Эта функция работает в любом возрасте и в любом состоянии. Все может быть гораздо лучше, когда мы идем навстречу своему организму и даем ему то, в чем он нуждается для полноценной работы, и направляем свое внимание на работу с первопричинами возникновения симптомов, то есть помогаем печени очищаться и восстанавливаться, потому что все симптомы берут свое начало в печени, в вялой, токсичной, перегруженной печени. Все протоколы Medical Medium направлены на очищение и восстановление полноценной работы печени. Итак, что будет на мастер-классе «Очищение для исцеления» и из чего он состоит? Первая ступень «Детокс нуля» будет состоять из двух обучающих вебинаров. Первый – по всем ключевым вопросам очищения с помощью Medical Medium инструментов. И второй – по лимонной воде и соку сельдерея. Это отдельные очищающие инструменты Medical Medium. По ним всегда много вопросов, поэтому я выделяю эту тему в отдельный вебинар. В Medical Medium нет универсального протокола, нет универсального плана питания, которому все следуют. На мастер-классе я объясню вам, что такое интуитивный детокс. Интуитивный детокс – это понимание, что хорошо именно для вас. И для этого нужны знания. Это когда ты понимаешь, что необходимо именно тебе, и как та или иная общая рекомендация может выглядеть конкретно для тебя. У каждого из вас может быть свой план очищения, своя программа питания. Главное, чтобы вы сами понимали, что вы делаете и с какой целью. На первой ступени мастер-класса, на самом первом обучающем вебинаре мы разберем, что и как нужно есть, какие продукты опасны для нашего здоровья и почему, какие продукты необходимы для восстановления, очищения, поддержания высокого уровня энергии, что такое продукты-наполнители, чем они отличаются от проблематичных продуктов и исцеляющих продуктов, как употреблять фрукты, как употреблять овощи, зелень, дикие продукты, зерновые, бобовые, мясо, рыбу и другие животные продукты, если вы их едите. Протокол питания может быть очень разным. Все эти вопросы я буду разбирать на этом мастер-классе. Я объясню, как правильно употреблять жиры, почему важно снижать жиры в рационе и как это правильно делать. Поделюсь с вами факторами, которые тормозят очищение, перегружают организм, и дам простой, понятный алгоритм по коррекции своего рациона. Расскажу про уровни очищения, какие они бывают, как определить свой, как переходить с более низкого уровня на более высокий, и про особенности очищения для хронически больных людей. Это очень важные вопросы, в которых важно разобраться с самого начала. Также я расскажу о факторах, которые
ускоряют, стимулируют очищение, и научу ими пользоваться. Расскажу, что такое ускорители детокса и как их применять. Мастер-класс будет проходить в виде онлайн-видеопрезентации. И если вы будете присутствовать онлайн, вы сможете задавать вопросы. Я всегда отвечаю на вопросы участников и в процессе вебинара, и в конце вебинара, выделив специальное время для разбора ваших вопросов. Поэтому, если будете онлайн, вы сразу же сможете задать мне уточняющие вопросы. Запись всех материалов, конечно же, будет, и срок доступа у вас тоже будет достаточно большой, чтобы вы могли вернуться ко всем урокам и переслушать их при необходимости. Видеопрезентация будет сопровождаться дополнительными документами в электронном формате. Вы их сможете распечатать, если вам это нужно, или просто сохранить на свой телефон, компьютер и пользоваться ими дополнительно. У вас будет сборник рецептов с рецептами, которые подходят для разного уровня очищения. У вас будут мои эксклюзивные сборники конструкторы. Это конструктор смузи, конструктор салатов, конструктор соусов. Это необходимые шпаргалки, особенно для новичков, когда теряешься и не знаешь, что и из чего готовить, когда начинаешь исключать какие-то привычные ранее продукты. Более детальное описание программы мастер-класса, перечень всех документов, всех бонусов, которые сопровождают мастер-класс, вы можете найти на сайте. Вторая ступень мастер-класса – это мастер-класс по очищающим программам Medical Medium. В Medical Medium есть много отдельных, самостоятельных очищающих программ. Их более 10. Это и утреннее очищение, и три версии программы очищения печени 369, монопитание, программа очищения соком сельдерея, антипатогенная программа, то есть программа, направленная на очищение от вирусов и патогенных бактерий, программа очищения от тяжелых металлов. Я на этом мастер-классе объясню вам, с какими вопросами работает каждая программа, чтобы вы могли подобрать для себя наиболее оптимальную. Расскажу, какие программы попроще, какие предполагают более глубокий уровень готовности, как готовиться к этим программам и как проходить их, избегая распространенных ошибок. У вас будет чек-лист по всем программам очищения, и на вебинаре я полностью разберу каждый вопрос, который поможет вам и подготовиться к этой программе, к выбранной программе, и понять, каких ошибок важно избегать. Среди бонусных материалов у вас будет сборник со всеми 30 шотами для терапии мозга. Обязательно переходите на сайт, изучайте программу мастер-класса, перечень всех бонусов, потому что этот мастер-класс очень насыщенный. Информации в Medical Medium много. В ней нужно разбираться. Ее необходимо изучать и учиться адаптировать ее для себя. Наш организм очень сложно устроен. Процесс исцеления не всегда простой. И чем больше у вас симптомов, тем сложнее может выглядеть процесс исцеления. Но оставаться больным и жить с хроническими заболеваниями без надежды на улучшение гораздо труднее. Нам очень повезло жить в одно время с Энтони Уильямом и иметь доступ к этой уникальной информации. Вам может быть лучше. Сейчас у вас есть все возможности восстановить свое здоровье. Присоединяйтесь к мастер-классу, я помогу вам во всем разобраться.